Друзья, привет! Фикс прайс Большевиков 33, Дыбенко 25, Санкт-Петербург. Нашла для вас красивые, интересные новинки. Сейчас все вам покажу. Приятного просмотра! Наконец-то привезли вот эти украшения елочные, птички на клипсе. Посмотрите, какие они красивые. Золотые, блестят, переливаются, сделаны аккуратно. Хвостики сделаны из настоящих перьев. Птички есть разного цвета. Есть красное золото, желтое золото, есть белые птички, серебряные. Состав полиэстер, полипропилен, сталь и перо окрашенное. Цены, к сожалению, еще не выставили, но, думаю, рублей 70 тем попросят. А еще прилетели к нам стрекозки. Две штучки и тоже на клипсе. Посмотрите, какие они красивые. Тоже блестят, переливаются с пайетками. Есть золотые, серебряные, желтое золото. Цены тоже, к сожалению, пока не было. А это маленькие совушки, тоже на клипсе. Смотрите, они тоже в пайетках. Такие маленькие, такие милые. Есть красное золото, серебряные совушки. Также не было цены. Это тоже новинка. Это елка искусственная на подставке. С настоящими шишками и уже наряженная цветными шариками. Елка припорошенная снегом. Шарики разного цвета. Высота елки 38 сантиметров. Я даже потрогала елку, до чего она реалистично выглядит. Даже не поняла сначала, искусственная или настоящая. 299 рублей. Очень яркое праздничное полотенце, называется «Тигрята». Оно вафельное, 45 на 60 сантиметров. Это чистый хлопок, изготовлено в городе Иваново. 55 рублей. Посмотрите, какие тапочки нашла на Большевиков 33. Они бархатные, очень мягкие, очень-очень мягкие. И стелька, и верх. Еще есть вот такие серые комбинированные и синие комбинированные. Размер 36-40, подошва Эва, все остальное полиэстер. 249 рублей. А вот эти тапочки просто меня покорили. Они очень-очень аккуратные. Подошва сделана из ПВХ, крепкая. Сверху они как бархатные, с опушкой. И внизу, внутри, тоже мягкие и теплые. И есть еще вот такой цвет. Насыщенно винно-бордовый. Цена таких тапочек 299 рублей. Еще новые тапочки, они более легкие, тоже бархатные. Стелька на рогожку похожа. Подошва сделана из полимерных материалов, крепкая. 199 рублей. Омолаживающее масло эссенция, комплекс 10 масел для лица. Мощный коктейль драгоценных масел интенсивно питают кожу, стимулируют регенерацию клеток, способствуют омоложению. Производитель Флорисан, Россия, 99 рублей. Еще новинка, сыворотка эликсир питательная с маслом авокадо и гиалуроновой кислотой. Стимулирует синтез коллагена, улучшает цвет лица, придает коже нежный оттенок, омолаживает. 99 рублей. Шампунь-пилинг с анокислотами отшелушивает, очищает, предотвращает жирность у корней волос, увлажняет кожу головы. Россия, 250 мл, 55 рублей. Шампунь-пилинг с анокислотами и с ментолом. Глубоко очищает, стимулирует рост волос, увлажняет. 55 рублей. Мицеллярный гель для душа с гиалуроновой кислотой. Деликатное очищение и увлажнение. Россия, 480 мл, 77 рублей. И еще мицеллярный гель для душа мультивитаминный. Подходит для ежедневного использования. 77 рублей. И еще один с коллагеном. Деликатное очищение и комфорт. Россия, 77 рублей. Поступили очень красивые ароматизированные подарочные свечи, столбик. Посмотрите, как упакованы. Даже бантик есть. Высота 7,5 сантиметров. Свечи разноцветные. Сочетание цветов очень много.
состав парафин, хлопок. Произведено в Китае, цена 77 рублей. Очень приятный аромат. Посмотрите, какие они красивые и яркие. Средства для чистки стекол, зеркал, ламината, кафеля и так далее. Мистер Мускул с распылителем. Не оставляет разводов. 99 рублей. В этот магазин также привезли массажер, новинка. Розовый и голубой. 199 рублей. И мои любимые носочки здесь тоже появились. 67 хлопок, полиамид. 55 рублей. Держатель для бокалов выполнен из углеродистой стали 27,6 на 18 сантиметров. Крепится на стол или на полку. 199 рублей. Емкость для напитков из граненого стекла на 1 литр. Пробка сделана из пластика. 199 рублей. Доска сервировочная, разделочная из бамбука 38 на 12 сантиметров. 149 рублей. Доска разделочная 30 на 20 с разводами. Есть белые и черные. 199 рублей. И доска выполнена из высококачественного бамбука. 199 рублей. Блюдо небольшое для закусок. 160 миллилитров. Выполнено из толстого стекла. Выполнено идеально. 55 рублей. Вот можно вот так составить. Получится такая минажница. Положить орешки, цукаты или еще что-нибудь. 55 рублей. Смотрите, какие малышки приехали. Это соусница из стекла 6 сантиметров. Такая вся ровненькая, аккуратненькая. 27,50. Салатник 530 миллилитров. Выполнен из толстого стекла. 77 рублей. Емкость трубочка 380 миллилитров в виде тыковки. Емкость сделана из стекла, из толстого. Крышка из жести, трубочка из полипропилена. Три расцветки, 77 рублей. В этот магазин также прибыл набор емкости для сервировки на подставке. Здесь три стаканчика. Подставка сделана из дерева. Это из пивной коллекции, 299 рублей. Красивые большие кружки 650 миллилитров фаянс. Несколько расцветок, 149 рублей. Очень мне понравились вот эти новые кружечки. Они чисто белые, очень гладенькие. С красной каемочкой есть и с черной. 490 миллилитров, это фаянс. Цены не было, но думаю, 99 рублей. Набор форм с крышками 10 штук по 450 миллилитров. Это алюминий и картон. Подходит для выпечки, приготовления блюд из овощей, мяса и рыбы. Второй набор 5 штук по 800 миллилитров. Также стоит 99 рублей. Скатерть колорит с бейкой. Посмотрите, она как будто связана крючком. Вот такие узоры. Очень красиво. Размер 135 на 110. 149 рублей. Посмотрите, какая прелесть. Кружка 490 миллилитров. Это фаянс. Нежно-мятного цвета. Подвезли, то ли еще не раскупили. Красивая большая ручка. Есть белые и нежно-розовые кружечки. 99 рублей. В проспекте Большевиков на кассе продаются сладости для подарков для детей. Вот это шок, шар, чупа-чупс. Шоколады внутри и подарок по 55 рублей. Посмотрите, какая интересная новинка поступила в Фикс. Зажим для посуды. Теперь можно доставать из духовки при помощи этой штуки даже противни с пирожками. Состав полипропилен, силикон и нержавеющая сталь. Внутри между вот этими зажимами находится тугая пружинка, внизу находится фиксатор, чтобы ручки не расходились, а на захватах есть силиконовые прослойки. 77 рублей.
бочонок с краном на 1 литр. Выполнен из толстого стекла. Есть внизу 4 ножки. Состав, значит, стекло, нержавеющая сталь и пробка. Это из пивной коллекции. 299 рублей. Нежное увлажняющее жидкое крем-мыло для рук. Мягкость и уход. С протеинами йогурта, экстрактом алоэ вера. 250 миллилитров. 77 рублей. А какой аромат? Друзья, спасибо вам большое за внимание. А вот это место, розово-коричневое такое здание, здесь умер Сергей Есенин, гостиница «Англитер», недалеко от Исаакиевского собора. А я на этом с вами прощаюсь. Спасибо большое за внимание. Всего вам хорошего и пока.